То есть я говорю тебе. Мурчи. Все. Как он это делает? Сергей. Здравствуйте. Ребята, привет. Здравствуйте. Это Маша. Кот у нас здесь, проходите. Я понял, спасибо, да? Извините. Мам, пап, у нас гости сегодня. Дарья и Максим. Здравствуйте. Это здравствуйте. Знакомьтесь. Галина Николаевна. Вадим Александрович. Очень приятно познакомиться. Присаживайтесь. Сереж, наверное, чайку надо накрыть на стол. У вас здесь так красиво, уютно очень. Активность вашего сына не мешает вам отдыхать на даче? Расслабиться, наверное, хочется. Нет, он отдыхать нам не мешает здесь совершенно, потому что у него одни тренировки. Мы утром встаем, он бегает. Вечером бегает, то после обеда бегает, то на велосипеде поехал, то купается. Поэтому он тренируется не видим. Да, не на даче, а вокруг везде. Поэтому мы занимаемся своими делами спокойно. С ним не решаетесь пробежаться? Не успеваю. Мы только смотрим иногда вот в бинокль у нас есть. И как он в гору поднимается, и вот отсюда смотрим, когда вот он добежит до горы, я смотрю и думаю, если рядом, я не смог бы так бежать. Ну, пока у нас Сергей отлучился, зачем? Расскажите, пожалуйста, когда вы поняли, что вырастили чемпиона? Когда поняли? Ну, в принципе, сразу было понятно. Спорт мы его отдали где-то лет в 5, наверное. Он еще был в детском садике, и у них в детском саду пришел тренер, и, значит, по дзюдо. И набирал группу, и вот мы его туда записали. Вот. Но упертость его характера, в принципе, он и в дзюдо, очень успехи у него были большие. Вот. А потом уже, когда, будучи уже учась в университете, значит, в Санкт-Петербурге, он вот почему-то переквалифицировался на легкую атлетику. Вот. Но у него задатки как к легкой атлетике всегда были. Потому что он и бегал, как бы вот, когда они вот там на сборах, всегда тренер мне говорил, ой, но он лучше лыжников бегает, там они вот где-то в Хвалынске, они, сборы у них всегда по горам они там бегали, и он все время его нахваливал. Его тренер Кулаков-то наш известный, он его тоже очень любил и все время звал, отдайте мне его. А он там на каких-то играх всегда там, ну, кто-то у него команда была в футболе, а кто-то заболеет, там травма, ногу. И он его всегда привлекал. И было пару таких моментов, что у него, допустим, должны быть соревнования по дзюдо. Вот он у нас тоже завоевал первенство Саратовской области, выигрывал. Вот накануне, например, будут соревнования по дзюдо, а тут футбол надо. И вот Кулаков приезжал и говорит, ну дайте мне его на матч. А мама всегда говорила, нет, а вдруг он ногу там что-нибудь зашибет, а ему соревноваться через 2 дня. Он закончил это институт физкультуры имени Лесгофта в Питере. Университет, да, сейчас. И тренерский факультет. Он по специальности тренер и может преподавать. Он же начинал с борьбы, дзюдо, ему очень это нравилось. И он может сейчас быть тренером по нескольким видам борьбы. Ну и вообще виды спорта. Молодое поколение тренировать. Да, да, знает. Вот и мы все ждем, когда он это закончит бег, осядет и начнет такую спокойную жизнь вести, размеренную. И работать по специальности. Да. Вадим Александрович, где завоевали вот эту футболку? Не секрет. Я не завоевал, это все подарки сына. Он у нас так часто где-то завоевывает и привозит все время каждый раз сувениры. То
маме дарит, то мне, то шорты, футболки, какие-то спортивные костюмы, поэтому мы на вид все очень спортивные. Одеты с ног до головы. Гардероб огромный. Да, вот. А когда едем, да, где-нибудь в поезде, ну, бывает же, переодеваешься, вот едешь в другой город, и тоже смотрим, там люди начинают шептаться, спрашивать, вот, типа, тоже, где вы это завоевали? Ну, мы говорим, нет, это наш сын. Ой, у меня уже и пирожок подоспел. Выпустили меня. Отличная идея. Мы проголодались, наверное, уже. Пришли чашки. Чай попьем. О, Сергей, это Максим, лучше Сергей расскажет, где он бывает, в каких странах. Где... Про Спартан расскажи. Да, расскажи, что такое Спартан. Спартан – это самая крупнейшая гонка в мире, гонка с препятствиями. Она появилась, наверное, одна из самых первых. Проводится по всему миру, и много-много препятствий проводится по пересеченным местам, в основном в горах, с большим перепадом высот. Такая тяжелая гонка считается на преодоление. Продолжительность. Да, разные дистанции есть. Спринт, супер, бист. Сколько времени? Так называемые. Ну, три дистанции они предоставляют, вот, то есть на выбор. Чемпионат мира проводится на самой сложной дистанции, бист, там больше, ну, около 30 километров, порядка 35 препятствий. Фишка этой гонки – это метание копья. Можем с тобой потом потренироваться, попробовать пометать копье. Ну да, вот, кстати, награды как раз вот на Spartan Race. Чай – это, конечно, хорошо. Сергей, может, все-таки потреним? Хорошая идея. Будем жечь калории. Давайте. Вот это поворот! Я хотел сейчас спросить, ты когда стартуешь, ты знаешь, что у тебя ждет на дистанции? Ну, на гонке я знаю протяженность дистанции и примерный перепад высот. Многие препятствия держатся в секрете организаторами, но большая часть, конечно, она известна, потому что невозможно каждую гонку делать новые препятствия. Что тебя мотивирует бежать быстрее своих соперников на гонке? Конечно, это желание победить. Почувствовать вкус победы. Иногда это Мерседес, который очень сильно мотивирует. Кстати, о Мерседесе. Я у вас в интернете видела фото. Где это было? Скажите. Было такое. Это была гонка героев в Чечне, в Грозном. И там был, конечно, очень достойный приз, Мерседес С-класса. Наверное, это самый лучший приз вообще во всем мире на сегодняшний момент. Ключи от машины вручил Рамзан Ахматович Кадыров. Тоже было очень приятно. Подожди руку, пожалуйста. Да, и не раз. И приобнял, и даже не поверил, что можно выиграть с таким отрывом. Вот. Хотел меня вскрыть изнутри, но это была шутка, как я уже понял, потому что я стою с тобой и разговариваюсь. Тебе копье-то зачем? Здесь что, кабаны водятся или что? Слушай, ну мама на ужин заказала рыбу, пытаюсь поймать. Надо ловить, да? Щуку или что здесь водится-то? Пока затишье было, и пока затишье я параллельно тренирую. Это, кстати, вот уже специально идет подготовка, как раз гонки Spartan Race, там одно из препятствий, метание копья в цель. То есть там включено в это? Да, если ты промахиваешь, то делаешь штраф 30 бёрд, и чтоб такого не произошло. Давай я попробую. Нужен лещ. Лещ?
Сейчас подойдем, Роси. Вот он, в другую сторону. Так, я по случайности, возможно, попаду в оператора, но надеюсь, это не будет. Я слышала, что гонки с препятствием хотят включить в программу Олимпийских игр. А есть ли вообще у наших спортсменов будущее? Да, была такая информация, конечно, это была шутка. Это я запустил на 1 апреля и хотел посмотреть реакцию людей, как отреагируют. И было очень приятно, что, ну, слышать слова поддержки. И все к этому идет, да, это процесс очень небыстрый. Я думаю, 10-20 лет понадобится, чтобы реально, да, стал олимпийским видом спорта. Да, это возможно, и я уверен, мы увидим наших спортсменов на пьедестале с медалью. Главное, что у нас есть будущее. Да. Конечно, да. Сергей, а вы знаете, у нас у Балакова тоже есть железный человек, Дмитрий Пащенко. Знакомы ли вы с ним? К сожалению, нет, не знаком, потому что о всех новостях узнает родителей, которые происходят в городе. Нужно спросить, я думаю, они расскажут мне о нем. Я думаю, вам стоит познакомиться, ведь вдвоем, мне кажется, тренироваться с таким человеком будет продуктивнее, интереснее. Да, да, конечно, согласен. В компании стали веселее тренироваться. Было бы, конечно, интересно встретиться, провести какую-то тренировку совместную. Какое самое сложное препятствие попадалось на вашем пути? Вообще, на гонках каждое препятствие может быть самым сложным. Ты даже можешь не знать об этом. Это все зависит от твоей усталости, потому что ты выходишь готовым на старт, но как поведет себя организм на фоне усталости, ты никогда не знаешь. И для меня самое большое препятствие – это были погодные условия. Я бежал в Бахрейне гонку, была жара, плюс 42 градуса по пустыне. Было очень тяжело организму переносить. И гонку героев мы бежали в Москве, в Алабино. Там, наоборот, было очень холодно. И мы бежали командой. И трое, наверное, ребят из семи человек получили переохлаждение. Было очень тяжело финишировать. Даже мы не верили в это. Вы преодолели? Да, преодолели. И на финиш даже, я помню, мы не могли чай держать. Настолько руки были замерзшие. Уже ничего не понимали. Это был не зимой, это был конец сентября, но погода была очень плохая и много было водных препятствий с холодной водой. В каком году было? Это в 16-м году было. В 16-м? Финал, да. Я понял. Такие вот, наверное, самые тяжелые гонки. А я что хотел спросить, это сколько вообще тренировок в день проходит у тебя? Ну, стандартно я тренируюсь два раза в день, недельный цикл 7-дневный, и у меня есть один активный выходной. Я стараюсь на велосипеде кататься, плавать больше в этот день. Если есть возможность, то играю. Футбол, волейбол. Ну, разгружаюсь психологически, но как бы так, чтобы мышцы не забывали, для чего они нужны, все равно включать их в движение. Сергей, а как после гонки героев восстанавливаешься? Ну, вообще после тренировок, там, после марафонов этих? Ну, стараюсь. Обязательно баня два раза в неделю, массаж. То есть вот... Ну, что есть вокруг, да, если это холодная вода, вот особенно очень хорошо, вот сейчас прохладная Волга, расслабиться, горные речки, это очень хорошо. Есть же какие-то специальные процедуры восстановления, там, как и электростимуляция, роу раскатывают тоже мышцы. Вот, ну, опять же, да, что готовлю свой организм, да, там, к последующим тренировкам и соревнованиям. Да, я думаю, я после таких тренировок бы просто бы лег бы и не вставал бы. Сергей, а проводишь ли ты какие ритуалы перед гонкой? Например, там шепчешь какие-то заклинания или встаешь там с левой ноги? Вот я знаю, что многие спортсмены верят в приметы. Да, у меня есть личный шаман из Африки. Я его вызываю перед каждым стартом. Вообще нет. Я не суеверный человек, потому что... Ну, многие примеры, да, есть, допустим, человек, там, не стирая с детства какие-то вещи, там, носки, допустим, вдруг там бабушка закинула носки, постирала, и все, это крах. А, удачу потерялась. Да, я в это не верю, и зачем это? Ты только себя загоняешь этим лишний раз. Надежда на свои силы. Да, конечно. Есть и какие-то правильно. Просто вещи, которые я стараюсь сделать перед стартом. Вот, они уже отработаны, но это никак не суеверие. Сергей, на жизнь зарабатываешь с
спортом или это все-таки хобби для тебя? Сейчас, да, гоняться – это моя работа. Но помимо этого я тренирую людей. У нас есть дистанционная школа обучения «Асер Академия». И мы тренируем всех желающих. Проводим тренировочные сборы. Это, ну, в основном это Кавказ, Роза Хутор. На Эльбрусе у нас будет кемп в августе. Так что всех приглашаем. Вот в таком ритме жизни, где все-таки твой дом? Да, слушай, многие мне задают вопрос, где ты живешь, я на самом деле сам не понимаю. Потому что сейчас такая жизнь у меня на чемоданах уже который год. Ну, конечно, я стараюсь базироваться там, где хорошая погода, где есть горы хорошие. То есть летом я приезжаю на Розу Хутор, в основном там нахожусь, на Кавказе. А зимой стараюсь, ну, уезжать уже в места, где нет снега, где, опять же, можно создать условия, да, приближенные к гонке. Но родной город ты не забываешь? Конечно, нет. Стараюсь приезжать, ну, конечно, это получается летом, когда хорошая погода, вот, когда как бы межсезонье или подвожусь к соревнованиям, увидеться с родителями, пообщаться. Все это дает силы, вот, и когда нахожусь дома тоже, вспоминаю мое детство, все это очень здорово, не забываю. Здесь очень нравится, Волга, тоже у нас очень красивая природа. Отсюда черпаю энергию. И вдохновение потом, да, на новые подвиги, мотивации. Мне вот с тобой интересно, есть вообще отпуска? Ну, у спортсменов так таковых нет. Подготовка это и есть. Если заканчивается сезон, ты можешь, да, себе 2 недели позволить отдохнуть. Вот. Но опять же, самое главное – разгрузиться психологически. Вот. А, ну, полное бездействие – это плохо, мышцы должны работать. Нужно альтернативную нагрузку, больше играть, игровые виды спорта включать. Макс, поставь чашку. Опять так же? Да, так же, да. А, да, так же? Я на этот раз есть не буду. Нет, я уже снял так. А я Сергей, сделал. А куличик? Сергей, да ты... На жизнь зарабатывать бегом или деньгами? Или все? Зарабатывать спортом? А, все. Ну что, кричишь-то сразу, я не понимаю, да. Можно еще куличик сделаю, это нет вообще. Давай. Сергей, а на жизнь зарабатываешь бегом? Или бегом? Стоп. Или это хобби? Или это хобби? Да я понял, не кричи, пожалуйста. Я нервничаю вообще-то. Давай.